Здравствуйте, туристы-милитаристы. Кофе заварен, и под кофеек хотелось бы с вами буквально немного поговорить. Такая у меня появилась идея обсудить одно видео, которое появилось на канале Кизляр Суприм, и посвящено оно тактической лайтовой их новой линейке, которая так и называется Tactical Light. И просто я начал писать комментарий, мыслей столько, что проще как бы на эту тему поговорить. Поэтому, если кому-то не интересна компания Kizler Supreme и не интересна их линейка Tactical Light, предлагаю вам посмотреть. Буквально через какое-то короткое время выйдет новый кухонный монолог. Вообще, этот уикенд выдался довольно таким урожайным. Много видео новых на канале Архадыр. Ну, вам есть чем заняться, как говорится. Плюс пускай мои добрые завистники лишний раз содрогнутся в корчах на тему того, что как много плохих, ужасных дизлайковых видео у нас выходит на канале. Но не суть. Я ни в коем случае не ставлю никакой цели призывать вас сейчас сразу же бежать там, занимать место в очереди за этими ножами. Как вы видите, здесь лежат совершенно другие ножи, потому что линейка Pro Light, это я уже про Cold Steel говорю. Линейка Tactical Light, она совершенно новая. Я знаю, что к нам приедет Дельта облегченная, и это очень прикольно на самом деле, потому что толковый нож. Его у нас не было в хардовой версии, тем будет интереснее. То есть, сам факт того, что перед вами на экране совершенно разные ножи, предоставленные разными компаниями, возможно, убедит вас в том, что я там тут не собираюсь именно ангажировать, как-то пропихивать конкретный товар компании Kizler Supreme. Но я бы хотел, в принципе, обсудить этот вопрос, обсудить именно эту линейку. Почему? Потому что я почитал комментарии в группе Архадыр ВКонтакте, почитал некоторые комментарии. Конечно, комментарии к видео на Супримовском канале, они гораздо мягче, чем в группе Архадыр ВКонтакте. Это совершенно естественно. Почему? Потому что когда я, например, какой-нибудь Супримовский нож делаю обзор, и мои зрители, скажем так, мои постоянные зрители, они более или менее как-то сглаживают углы в обсуждении. Но если стоит моему обзору попасть в дружелюбную группу Кизляр Экстрим ВКонтакте, там тапки летят просто со свистом массово. То есть все как полагается. Плюс, еще в такое свое оправдание скажу. Вот буквально несколько, там, тут, я не знаю, часов назад я на канале на нашем выставил видео компании РВС, которое они же сняли просто для того, чтобы, скажем, поделиться их новым проектом. Два отца, два сына. Просто шикарнейший проект. Я очень надеюсь, что у ребят дальше он и пойдет. Итак, давайте вернемся к нашим лайтовым тактикам. В чем их отличие от обычных? Я думаю, что все знают, что у компании Kizler Supreme есть тактическая линейка. Я считаю, что из всех линеек это самая удачная линейка. С этой линейки компания, даже не то чтобы она начиналась с этой линейки, на этой линейке компания Kizler Supreme сделала себе именно то имя, которое вот я, например, воспринимаю в данный момент. То есть у них куча есть новых там ножей. Тот же самый Маламут. Вот он у меня буквально передо мной лежит, красавчик. Зря, кстати, сказали, что я прям там закритиковал и так далее. Я просто высказал какие-то свои мысли, какие-то пожелания. Реально, нож просто атасный. Он реально атасный. Единственное, как я написал, что с точки зрения там карелки, спусков и так далее, все это просто такие вот именно моменты. Это даже не придирки, просто какие-то вот мысли. Нож-то замечательный. И единственный момент, который именно коммерчески с точки зрения там назвать эти ножи норвежскими ножами. Вот один комрад я, пожалуй, так его и буду держать перед вами, чтобы видно было, о чем говорю. Один комрад написал, что у нас на Чукотке
Именно такие клинки, именно такие рукояти, никакой парелкой не пахнут, так что ты тут не это самое. Ну, очень вежливо написал. Я ему очень вежливо ответил, что если бы эти ножи называли чукчи, а не норвеги, у меня бы вопросов не возникло. Вопросы именно с точки зрения каких-то норвежских корней этих ножей. Неважно. То есть, есть самые разные какие-то направления, новая пиратская вот эта вот версия, новые какие-то ножи, там мощные ножи для леса сделаны, но именно Trident, Delta, кто там еще у них, ну вот целая вот эта вот компания, это те самые ножи, на которых, на мой взгляд, состоялась компания Кизляр Supreme, если не финансово, то именно идейно. Тактическая линейка, как никакая другая линейка, отображает идею компании Кизляр Supreme. Качественные, мощные ножи, рассчитанные на какие-то нагрузки. Зря я на самом деле замутил эту беседу, облопавшись сейчас вкусняшками всякими, потому что прям чувствую, как у меня дыхание сбивается. В общем, идея сделать тактические ножи с немножко покороче клинком, потоньше в обухе, следовательно, полегче и на более бюджетной стали, мне показалось крайне интересной и крайне будет забавно, вот именно забавно, если эта линейка, она просто по совокупности признаков уделает хардовую, то есть оригинальную линейку, которая стоит дороже. По, скажем, совокупности признаков именно цена плюс качество плюс количество работы, которое дается за эту цену. Ну и начну я с самого главного. С цены именно, потому что Виктор Агре вот в своем видео он назвал цифру 1500-2000. Я, ребята, обратил внимание, с учетом того, что на сайте Kizlyar Extreme, в официальном магазине Supreme, эта линейка стоит именно двушку. Я понимаю, почему он сделал такой, ну, может быть, случайно, может быть, намеренно сделал такой именно вот разброс, потому что не буду создавать здесь конкуренции достойному магазину Kizlyar Extreme, но те, кто постоянно смотрит наш канал, знают, что можно назвать как минимум два магазина, которые дадут цену лучше. Я опять же приношу извинения великолепному магазину Kizlyar Extreme, но факт есть факт. Если кого-то этот момент заинтересует, можете мне писать в личку, я дам контакты. То есть вот это вот разброс, вот этот 1500-2000, это у нас в переводе на евро, елки, это всего 25, плюс-минус там 25-30 евро за нож оригинальный от компании Kizlyar Supreme. Я считаю, шикарное предложение. Так вот, как я уже сказал, приедет к нам Дельта. И я не удивлюсь, если после тестов кто-то из вас решит, тот, кто хотел накопить там, по-моему, 4 или сколько там, 5 тысяч на ту же самую Дельту тяжелой версии, там 5-миллиметровый обух, он решит, а не проще ли мне потратить 20 евро на нож, который я могу там взять, он сделает весь свой функционал, и его не так жалко сломать или потерять, потому что ножи-то мы чаще теряем, согласитесь, чем ломаем. Он стоит конкретно дешевле. Ну, вернусь опять к цене. В свое время компания замечательная Спайдерка выпустила линейку со сталью 8 хром 13 молибден ванадий. Как я их называю? Резилиенсы компании. О резилиенсе у нас на канале есть видео под названием «Законопослушный китаец», где я высказываю свое личное мнение о том, что в числе прочих факторов, которые побудили компанию Спайдерка выпустить эту линейку, она ведь и так неплохо, не бедно жила до этого, это именно занять, скажем, нишу более дешевых складных ножей. И если не выгнать оттуда, то хотя бы немножко потеснить дорогих друзей из Поднебесной, которые штампуют, которые копируют ножи спаев быстрее, чем ножи спаев выходят с оригинального конвейера. То есть это именно, скажем, такая задумка, на мой взгляд, была
потребителю дать возможность купить оригинальный спай задорого, купить китайскую копию. Ну, по тем временам, скажем, китайские копии еще не достигли того уровня, которого они достигли сейчас. Купить китайскую копию спайдерка задешево или купить оригинальный спайдерка, сделанный в Китае, но чуть-чуть, там буквально, там немножко-немножко подороже. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, потому что сейчас китайцы делают спаевские ножи лучше, чем сами спаи делают. Что есть, то есть, это факт. Так вот, конечно же, ножи компании Kizlyar Supreme китайцы вряд ли сейчас копируют или воруют у них. Но есть, там, скажем, пара гаражных кооперативов, которые я даже не хочу называть их название. Я из принципа даже, я их даже не ругаю вслух. Почему? Потому что я не хочу никаким образом этим людей оказывать поддержку, даже потому что даже косвенно, даже черная какая-то реклама, это все равно реклама. Но я думаю, что те, кто в теме, они знают, что есть пара гаражных кооперативов, которые просто воруют у Суприма дизайны. Они воруют дизайны также и у ООПП. Частенько выходят в свет ужасные, честно говоря, по внешнему виду ножи, в которых берется супримовская рукоять именно тактической серии и приделывается, присобачивается какой-нибудь клинок от ножа компании ООПП Kizlyar. И не оглядываясь на то, что это совершенно-совершенно по виду выглядит просто ну мрачно, ужасно, именно потому что, ну, как бы нож теряет какой-либо общий вот этот вот образ. Взяли половину, скажем, от собаки и приделали ко второй половине от коровы. Так вот, они давят на то, что все вот эти вот ножи, склепанные где-то там в недрах Дагестана, что они или не в недрах Дагестана, слухи разные ходят. Я не буду даже сейчас опять же касаться. Там есть момент такой, что они дешевле продают их. И здесь возможно, я вот честно говорю, я там не спрашивал там, ни у Агре, ни у кого другого из Kizlyar Supreme, было ли это каким-то вот побудительным фактором открыть эту линейку, бюджетную, скажем так. Но я считаю, что если эта линейка каким-то образом именно заставит задуматься человека, который хочет там отнести 1500-2000 рублей за какой-то непонятный контрафакт, или же купить вот эту лайтовую версию, это уже плюс, это уже имеет смысл. Но самое смешное не это, ребят. Я считаю, повторюсь, вернусь к своим словам, что вполне возможно линейка, тактическая лайтовая линейка, она будет более популярная, более продаваемая, чем оригинальные тактические ножи, чем первоначальные тактические ножи. Почему? Потому что, вот смотрите, для чего нам 5 мм по обуху? Мы это уже обсуждали, по большому счету. Это лишний металл, который нам дает уверенность в завтрашнем дне, когда мы идем куда-то там, я не знаю, за 3-9 земель, валить лес, сплавляться по озерам, по рекам горным и прочее, прочее. По факту, те тяжелые нагрузки, которые сломают 2,5-миллиметровый клинок и оставят в живых 5-миллиметровый клинок, они даются ножу или безмозглыми пользователями, которым просто нравится вот эксперимент ради эксперимента. В большинстве случаев. Или же у нас на тестах, не только на канале Архадер, на любом другом канале. То есть там, где испытывается прочность ножа, там, где испытывается предел, после которого нож просто ломается, так называемые hard-use тесты или там убойные тесты, как угодно. А по факту, любой функционал ножа, который именно призван вот, там, резать, нарезать, строгать, что угодно делать, ножом с 2,5-миллиметровым клинком толщине обуха, он гораздо лучше делается, гораздо легче. Пример тому пиратская серия Kizlyar Supreme, которую все хвалят, которую все не могут просто нахвалиться, почему она шикарно летает по продуктам, она шикарно строгает, режет.
и даже выдерживает какие-то действительно хардовые нагрузки. Но по сравнению с пиратской серией, опять же, без обид, ребят из компании Kizler Supreme, пиратская серия это такой, знаете, функционал супер, внешность, мягко говоря, на любителя. Иногда вот так вот мужчины смотрят на женщин и думают, вот видно, что всем задалась, но на любителя. Та же самая тактическая серия, тактическая лайтовая серия, она, на мой взгляд, гораздо более осмысленна внешне. Это реально удобные рукояти, реально удобные. Они ухватистые, они залипают в руку, то есть, как бы, ну, это действительно функционал рукояти. По ножнам здесь момент тоже, вот, честно сказать, как бы на любителя. Почему? Потому что я, конечно, считаю, что было бы здорово вот к этой лайтовой линейке заказать, пускай там не супер-дупер молли какие-нибудь ножны, но все равно какие-нибудь там пластиковые, пускай там погромыхивают и так далее. Потому что кожа это прикольно. Но если идет именно такая вот как бы направленность, то было бы здорово, чтобы был какой-то пластик. Хотя это опять же момент вкуса. На скорость полета пули, как вы знаете, это не влияет. То есть получается, что если нож специально не ломать, если там не втыкать и даже давать какие-то нагрузки более-менее серьезные, то нож с клинком, вот как, например, Дельта приедет к нам, Light 2,6 мм, он по совокупности признаков действительно уделает более тяжелый нож, более такой мощный нож. И я думаю, что мы в тестах сделаем, знаете, как мы этим ножом порежем, построгаем, сходим на кухню 5-10, а под конец, когда уже все будет ясно, мы дадим ему какие-то действительно потяжелее нагрузки, чтобы просто посмотреть, именно сделать вывод, что да, вот на такой конкретной нагрузке он сломался, и это не значит, что это плохой нож, это значит, что это нож с толщиной в 2,6 мм по обуху, и каждый для себя сделает вывод, а нужна ли ему конкретно вот эта вот, ну, долба вещь, которой мы только что занимались. Нужно ли вам с этим ножом там производить какие-то батонинги и прочее, прочее. Ведь по большому счету я говорю сейчас именно не о каких-то кухонных тестах, где там, знаете, ну, она по-любому порежет. Тонкий клинок с супримовской заточкой порежет, никуда не денется. А именно пролез. А если, например, представить человека, у которого вот такой вот легкий, облегченный нож и топор за поясом, для него вообще абсолютно весь круг задач полностью выполняем гораздо легче, с гораздо меньшими потерями. А если с мозгами еще и топором, и с этим ножом, то это вообще бушкрафтер там 80-го левела. Терпеть не могу это слово. Надо будет как-нибудь на кухонном монологе высказаться все, что я думаю о бушкрафтерах, о бушкрафтинге, о бушкрафте, обо всех этих вот иностранных словах. Напоследок хочу сказать за сталь. То есть, почему у меня здесь вот, например, четвертый палис лежит? Потому что, во-первых, мне он очень нравится, он уже который день не слезает у меня с кармана. Во-вторых, у него достаточно тонкий обух, и он вполне нормально поработал, но опять же это фиксит, вернее это складной нож, фиксит он еще больше запас прочности имеет. А почему у меня здесь лежат вот эти вот два замечательных ножа от компании Gerber Gear? Потому что именно компания Gerber Gear ставит на свои клинки, даже произведенные в Соединенных Штатах Америки, не китайские линейки, сталь 420 High Carbon. Я вам могу сказать, что стронгармом я еще не резал. Я сделал обзор, но я им еще не резал. Я буквально вот ближайшие дни пойду с ним тестировать его в деле. Но то, как работал 2-мм клинок Shark Belly на кухне и как он строгал на улице, это просто песня, это реально просто сказка какая-то. То есть, да, это никто никого не обманывает, это бюджетная сталь, она достаточно мягкая,
Справиться очень легко в полевых условиях. Буквально на коленке, буквально ближайший булыжник поточили. Это вам не 68 по Роквеллу в полевых условиях затачивать. То есть я, опять же, сейчас совершенно откровенно, я не говорю какую-то рекламу. Я говорю именно свое мнение, вот свое мнение, которое основано на видео Вити и на вот этих вот комментариях, на вот этих многочисленных тапках, которые полетели в их сторону, что за эти деньги мы получаем совершенно адекватные ножи, которые будут, мне кажется, они будут даже в чем-то лучше, чем ножи, которые более мощные, которые 5-миллиметровые. А, например, Стронгарм, ну не всем повезло жить в стране с либеральными законами. Шикарный же нож, только в России, к сожалению, он доступен только тем, у кого есть разрешение. Холодный нож для России. Все, вопрос закрыт, никуда не деться. Так что вот так. И поэтому я понимаю, опять же, никого не ставил цель убедить. Сейчас подумал о том, что вот какой-то у меня действительно хвалебный получился спич 20-минутный. Скажу так, мне в этой линейке единственное, что меня вот вызывает не то чтобы негатив, но чесотку вызывает во мне, это именно кожаные ножны. Потому что было бы здорово, если бы сделали ножны совсем какие-нибудь простые, какие-то пеналообразные. Знаете, это как вот на серии, птичья серия ООПП. Но они же ужасные. Но они зато соответствуют вот материалам, они соответствуют как бы концепции. Это то же самое, что запихать, например, вот этого красавца в пластик. Это будет нонсенс, это будет некрасиво, это будет против фэншуя. И то же самое здесь было бы, конечно, здорово. Но это, наверное, единственный момент, к которому я бы хотел именно прикопаться, докопаться до того, как я возьму нож в руки. Так что канал Архадыр, все самое интересное впереди. Жду ваших мнений и реально, не то чтобы я, повторюсь, не то чтобы я хотел кого-то переубедить, но может быть вот моя логика, моя цепочка размышления, она вас спровоцирует на какие-то новые комментарии, пускай даже критические. Давайте мы этот вот момент пообсуждаем дальше немножко, покрутим эту ситуацию. Почему? Потому что мне эта идея гораздо больше понравилась, чем некоторые другие идеи этой компании. Ну, так бывает, так жизнь складывается. Спасибо за просмотр. Давайте обсуждать. А кухонный монолог буквально-буквально скоро у нас выйдет в эфир. Всего доброго.